Я специально снимаю вот это вот короткое видео, объясняя, что это такое. Это поездка, перелет в Майами и 4-дневная поездка из Майами на машине в Лос-Анджелес. Поэтому приятного вам просмотра и надеюсь, вы оставите свой комментарий. Это долгое видео, но оно стоит того, чтобы посмотреть и поставить мне палец вверх. Приятного просмотра. Понимал, что это такое. Это вот такой пистолет. Машину я тебе покажу позже. Ну что, добрался до Майами. Все, сейчас жду своих друзей. У нас будет, наверное, я не знаю еще пока, сколько я дней здесь проведу, но те сюрпризы, которые я обещал, они будут, потому что, во-первых, обратно я не лечу. Я не лечу обратно в Калифорнию. Я об этом вам сразу не сказал, что билет, который я покупал из Лос-Анджелеса в Майами, one-way ticket. Я не лечу в Калифорнию. Я туда буду ехать на машине. Я туда буду ехать через все штаты. Представьте, Атлантика, Тихий океан. Поэтому вот это будет сюрприз. Я буду снимать, я вам покажу все. На каждой заправке буду по чуть-чуть снимать, там, блин, каждую остановочку. Дрон я не брал, есть сложности с перевозом дрона в самолете, поэтому я не стал заморачиваться и, так скажем, полетаем потом, полетаем обязательно. Вот, ну что, кофе я выпил, сейчас буду завтракать и снимать. В этом влоге буду снимать, ребята. Кстати, классные стулья, хорошая идея для офисов и автомобильных бизнесов. Посмотрите, это такая есть в Америке компания, которая делает такие оригинальные, посмотрите, оригинальные кресла. Сейчас мы на мойке моего друга. Это автомойка в Майами. Она необычная, она единственная в своем роде в Майами. Что здесь не так, я вам обязательно покажу. Блин, этого вы много увидите. Кстати, я заметил, что я очень часто стал говорить слово «блин». Блин, блин, блин. Давайте вместе с вами буду как раз работать над собой, над словами-паразитами. Я уже меньше стал акать. И надеюсь, что в этом выпуске я отучусь блинкать. Awesome. Ну что, посмотрим, как работает чистка паром, сиденья,
ковра, все чего угодно, ребята, это круто. Я пробовал это достаточно давно, но не видел разницу как бы по мощности. Вот сейчас как раз Lamborghini мне показывает, что такое настоящая мощность пара. Каждый день идет отгрузка, загружаются, привозятся новые машины, потому что покупателей каждый днем растет. Есть одна компания в Нью-Йорке, вроде Лев говорил, 12 машин купили сразу. Честно скажу, я работал сегодня целый день, устал. Очень хотелось бы больше снять, но это, видимо, еще перелет. Я, ребят, сегодня отдохну и продолжу уже снимать завтра. Лыка не вижу. Хотя, ребят, знаете, что я не пью, не курю, не употребляю. Но силов у моих больше нет. Тем более еще такой трафик, там впереди какая-то махина. Я не знаю, что это за махина, но мигалки я уже вижу, милицейские. Водилы, кстати, здесь, ну его нафиг. Я уж думал, в Калифорнии плохо водят. Не-е-е-е. Во Флориде. На мойку привозят разные машины. Ухандоханные, как мы обычно называем, да, знаешь, ушатанные, единожды в жизни вычищающиеся. И такие, которые поддерживают регулярно. То есть раз в месяц, раз в два месяца люди привозят машинки. Вот эта вот машина, которая Ford, пришла, ну, просто ушлепанная. Ребята при помощи вот этого стима делают это настолько быстро и качественно. И больше всего меня поражает в этом именно дезинфекция. Потому что убивается под стимом, ничего не портится, бактерии. Свежий, чистый, ароматный воздух. Одна машинка, которая приходила, была провонена просто дизелем, солярой. После чистки, после применения, естественно, небольшого количества химии, стимом, да, паром было убрано и грязь, и неприятный запах. Да, но это было несколько шагов, потому что последовательно, шаг за шагом. Меня только что угостили вареньем. Вот никогда в жизни бы не догадались, что это за варенье. Я, наверное, гадал, ну, не знаю, минут 15 голову ломал просто. У меня уже мозг вскипел. Я варианты яблочные с лимоном, и персиковые, и там ананас, и все прочее. Но вот смотрите, да, вот смотрите. Вот что это может быть за варенье? Там есть немножко цедры апельсиновой, но никогда не поверите, это... Кабачковое варенье из кабачков. Я никогда в жизни такого не пробовал. Вкусно до безобразия. С горячим чаем. Муа, вообще просто. Вот он, рассвет, который мы идем с вами сейчас встречать. Время без 10:06. Я раньше встал, я проснулся в 5, но с трудом поднялся, то есть хотелось поспать, полежать еще. Но это сегодня заключительный день. Завтра будет уже сбор в дорогу. И поэтому я хочу сделать это именно сегодня. Вот, так что направляемся прямо к океану. Отель находится практически в 5 минутах ходьбы. Поэтому дойдем и сейчас сделаем лайвстрим. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как просыпается
солнышко, потому что в Калифорнии я больше показывал закаты, ну, красиво закаты в океане, а здесь как раз закаты, фу, рассветы. Мозг еще не работает, но кофе у меня уже с собой. Вот такой вот заливчик по дороге, и все еще темное-темное, посмотрите, черным-черно. Во Флориде вообще быстро очень темнеет, когда вечер. Ну и, собственно говоря, я помню, солнышко как проснется, будет быстро, ярко и тепло. Майами готов к Новому году. Пальмы украшены. Люди довольны и счастливы. Это Хардинг-авеню, прямо которая улица у океана. Кстати, двухнедельное хромание мое проходит, я уже хромаю меньше. Съездил, как Маша говорит, ну, папа, ты съездил на каньон. Съездил, прыгнул на пятку и... Вот. Но помогли друзья в Лос-Анджелесе, и массаж, и банки... И массаж, и банки. Кстати, тут Машенька с Павлушей тоже раскашлялись так, что не по-детски, никак было просто не убрать кашель. Никакие микстуры не помогали. Я поставил им банки. Как это делала мне мама в детстве, все стало немножечко лучше, и быстренько они поправились. Кстати, если вам надо будет остановиться в Майами и недалеко от океана, ну и за приемлемые деньги, рекомендую Дэдди отель. Очень, так скажем, комфортно, уютно и чисто. Не только чисто, но еще и тихо, очень тихо. Тихий, приятный. Вот уже две ночи я поспал, а я очень чувствительный во сне, и сон потрясающий, чистый. Какой-то отдаленный, потому что нету близко больших отелей, они чуть дальше. Но я сегодня ходил, делал трансляцию, лайвстрим в Перископе. Ссылочку сделаю ниже обязательно, посмотрите, кто не видел. 5-10 минут спокойным ходом пройдешься прямо до океана. Вода теплая, блин, классно. Тихий океан холоднее. В Атлантике теплее, но здесь большая влажность. Утро. Утро заключительного дня. Сегодня поснимаем, и надо укомплектовать машину, и мы отправляемся завтра утром. Мы, я и вы. Вот такой сегодня приехал автобус. Я сейчас попрошу его, чтобы он показал, как он внутри. Но сама фишка вот в этой вот палке. Видите, палка поверху идет. Это раздвигающийся тент. То есть он раздвигается в виде такой жалюзи и делается своя тень. Трехметровая тень. Такая вот штуковина. Блин, это класс. Я такие видел только на мобильных домах. То есть мобильные домики, которые обеспечивают, так скажем, вот такой шезлонг. Заглянем, посмотрим. И что он говорит, открыли. Такая вот мобильная лаборатория. Здесь химия необходимая, причем все это выдвигается. Машинка Lamborghini Fortador. Пылесосы, вода. Автономный генератор полностью, все. Стабилизатор. Едем сейчас на какую-то локацию, в другое место, где мобильная вот эта машина Steam Wash с Lamborghini парогенератором. Будем делать какую-то машину, я поснимаю, посмотрим, что там. Но я вчера посмотрел, как работает приложение. Фишка в том, что вся эта система, которая организована здесь в Майами, работает
как приложение, и любой клиент, скачав его, может заказать любую услугу людей, входящих в такую, так скажем, компанию пользователей Steam'а, ну и, собственно говоря, детейлинга. Это очень удобно, в любом штате, в любом городе заходит человек и просто вызывает ближайшего. Это Uber, это Car Wash Uber такой. Машинки вот в Dodge укомплектованы полностью такими вот Dodge'ами. Вот у инвалидов зачастую ты встречаешь такие передвижные, видите, коляски, причем которые можно присобачить к вагончику своему. Это все на гидравлике. Ну, это место мне явно нравится. Очень красиво. Яхты прямо возле жилых домов. Мы въезжаем в подземную гараж такой вот. Как правило, такие услуги на заказ заказывают вот такие владельцы таких машин. Но какая будет машина, я еще не знаю. Наш коллега пошел узнавать. Открываем это чудо пепелац. Вот, и будем его заводить. Да, для того, чтобы завести, здесь есть свой генератор. Кстати, по-моему, хондовский. Подвигаем этот фиксатор. И смотрите, одной рукой. Па-ба-бам! Выдвигаем 200-килограммовую машину, 200 килограмм. Так, хондовский 2 киловатта. Генератор ставим сюда. Включаем. Включаем, да? Вот он, включить. Дайте я вот сюда поставлю. Я вот так вот оставлю, не буду вырезать ничего. Все, слилась. И машина сразу включена. То есть у нее загорается дисплей, на котором показывает ее функциональная работа. Работает она на солярке. Солярка заправляется, как и вода, в отдельных отсеках, все подписано. Многие, кстати, путают, мне сразу рассказали. Вот она запустилась, работает мотор, который греет воду, доводит ее до пара. А здесь, соответственно, выпускные все эти дроссельные сливные отверстия. Пылесос подключается также, работает с паром, втягивает. То есть есть рукоятка, оснащенная, так скажем, выхлопом для пара и, блин, чистит. Ну, реально. Ковровые экстракторы так не справляются. Я достаточно долгое в России время продавал ковровые экстракторы Edic USA, так и называется компания, одна из крупнейших компаний в США, которая производит вот такие ковровые экстракторы, в которые заливаешь воду, и он греет воду горячую, и на выходе дает вот под давлением, как вот на прессованном, да, под давлением вода на мойке, вот, в ковер и сразу вытягивает. Причем такой пластмассовый сборник, ты видишь, что туда идет, грязь, химия, то есть чистенько. Не могу вам не снять вот эту красоту, потому что, ну, я сам люблю лодки. А здесь прямо они прям возле домов, знаете, вот такая вот частная парковка. Ну, то есть это жилой дом, где живут люди успешные, более успешные, менее успешные, и паркуют свои катера. Набирает 16 атмосфер, и машинка выключается. Ждет в режиме ожидания, то есть мотор просто так не трубит. Это как раз эта парковка, параллельная той парковке, где стоят яхты, стоят автомобили владельцев яхт. Достаточно разнообразные Chevrolet, рядом Rolls-Royce, Range Rover и Maserati. Здесь же на стене заправка для электромобилей. Не только для Tesla, вообще. Сейчас очень много выпускается электромобилей, поэтому здесь вот они заряжаются. Вау, вот это рай. Смотрите, вот это рай. Раище. Знаете, есть просто понимание рая, а это просто реальное раище. Чистое голубое небо, солнышко.
видите, и предупреждают, что будьте аккуратны, не повредите вот этих вот животных. Лепота. Сейчас сделаю селфи и выложу ВКонтакте. Зайдете потом ко мне, Олег Забугорский, добавитесь ко мне в друзья и поставьте лайк на этом селфи. Это все-таки Tesla модель X. Тоже неплохая машина. Мы катались на ней в Колорадо на тест-драйве. Очень, очень мне понравилось. Особенно ее автопилот. Так, он просит, чтобы я ушел от двери. И чтобы закрыть, нажимается кнопочка, и эти крылья складываются. Два багажника и очень вместительный салон. What's your name? Vincent. Vincent? Yeah. You Москва? Yeah. Москва? Yeah, Москва. Say Москва. Yeah, I'm Asian. Yeah. Его кликуха здесь на так скажем, на этом объекте, на автомойке Москва. Ну вот и закончились три дня в Майами. Я отправляюсь в дальнюю дорогу. Дальняя дорога, блин, ребят, почти 5500 километров на этом чудо-автомобиле. На этом автомобиле контакты компании в Лос-Анджелесе, которая будет заниматься продажей оборудования, Steam-чистки, паровой чистки автомобилей. Видите, Лос-Анджелес. За 2 часа сделали здесь, вот обклеили пленкой, и все, как бы, смотрите, как блататово. Дорога вот дальняя, поэтому давайте стартовать, очень хочется быстрее приехать в Лос-Анджелес. Разные ситуации, вот такие вот пожарные в Майами. Это служба спасения 911, они и пожарные, они и полиция. Запасся в дорогу с замечательным кофе эспрессо у ребят на объекте, в офисе, на этом Car Wash. Замечательная итальянская кофеварка за 7000 долларов. Ну, грех было не воспользоваться халявным кофеюшкой. Эспрессо с молочком, очень вкусно. Смотрите, как у меня внутри все заставлено, но ехать удобно, комфортно. Машина, кстати, очень комфортная. Сейчас едем в Walmart. Надо закупиться на дорожку и отправляемся. Отправляемся в Орландо к Наташе Квик. Наташа, я еду. Давайте к тебе. Давайте заснимем. Вот у меня 10 523 мили сейчас на спидометре. Вот так вот, пробежавшись по магазину, смотрю, цены Флориды отличаются от Калифорнии. Здесь дешевле. Здесь дешевле и овощи, и продукты. Некоторые вещи достаточно сильно, некоторые незначительно, но приятнее. Вот наш любимый йогурт. 2,98. Ну, цена почти такая же, но вот ананасы по 2,70 каждый. $2.70. Очень хорошая цена. Я взял малышей на Новый год порадовать. Сметана $1.34. Маленькая такая, 227 грамм. Решил на дорожку подкрепиться кашей. Сейчас возьму себе кашу в Макдональдсе и поеду. Заодно сравним, сколько стоит каша в Макдональдсе. В Лос-Анджелесе стоит 2.45 и 3.15 или 3.20 в Starbucks. Это Лос-Анджелес. Сейчас нам скажут, сколько здесь это стоит. Я специально прокручиваю по кругу, показывая, так скажем, окружение людей. Помните, что видео блогеров из других стран, городов, это не только показать свою чрезмерно довольную лицо, рожу, но и показать, что происходит вокруг, показать людей, которые живут в Майами, Орландо. Цена одинаковая, 2.35. Так что будем кушать кашу. Ну все, стартовали, покушали, позавтракали, руки помыли, перед дорогой сделали все дела. Машеньке Барби взял, прикольная маленькая Барби. У меня мальчуля, ну просто обожает куклы. Но это нормально для девочки. Хотя в детстве я тоже любил куклы.
Ну, не знаю, может быть, это какое-то отклонение, но у меня все нормально. Пашка играет машинками чаще, но они вместе иногда играют в семью, расставляют куклы. Папа, мама, Паша, Маша, то есть такое все. Вот, здорово было, вот когда в Колорадо была домашняя кухня, и они там готовили, они там и стирали, и машинка у них там была, и посудомоечная, блин. Обязательно, обязательно в Калифорнии восстановим ребятам калифорнийскую. Сегодня 25 декабря, вот мы все уже проснулись, ну почти все, мы с Машенькой проснулись. И, ребята, я смонтировал полностью фильм вот этой поездки за 7 дней и принял волевое решение разбить его на 3 части, ну очень длинное. Поэтому это была первая часть, следующая, вторая серия в гостях у Наташи Квик. Смотрим дальше.